Привет, шахтеры! С возвращением! Вот и новое обновление DRG, только что с пресса. Это 5-й сезон, бурение глубже. Давайте сразу к делу. С устранением угрозы Рокпокс руководство снова обратило внимание на свою основную цель — прибыль. И наши анализы показывают, что вблизи ядра Хаксайса можно добыть еще большие богатства. Таким образом, мы расширяем наш ассортимент операций новыми миссиями глубокого сканирования. Отыщите резонансные кристаллы, скрытые в пещерах, затем вызовите резонансные сканеры и подключите их. Эти сканы точно определят расположение вашей последней цели — сияющего маркитового геода. Вам понадобится совершенно новый буроватор, чтобы спуститься туда. Держите местную фауну подальше от буровой платформы, следите за оборудованием и оставайтесь в живых. Нам понадобится, чтобы вы были целы, когда доберетесь до геоды Моркета. Чтобы вы могли собрать ценный Моркет. Затем пристегните реактивные ботинки и взлетите назад для эвакуации. Должно быть так же просто, как звучит. Мы также получили сообщение о странном новом открытии. Корстоуны. Эти загадочные минеральные образования начали появляться как будто случайно по всему Хоксхесу. Руководство хочет ими управлять. Но будьте осторожны. Тревожить камни ядра, кажется, привлекает новый тип сверхагрессивных существ, и среди них нет глифидов. Мы думаем, они могут приходить из глубин Хоксхеза. Ранее называемые ползунами ядра. Эти загадочные твари нельзя недооценивать. Вам придется нейтрализовать их без колебаний, если хотите целым вернуться домой. Берегите себя, шахтеры. И как будто этого краулера было мало, мы заметили еще несколько новых угроз в пещерах. Глифид-следопыт — это новый хитрый вариант глифида. Этот способен на маскировку до почти невидимости, быстрое перемещение для перегруппировки и запуск засадных атак, временно выключающих ваши щиты. Если вы подозреваете, что за вами следят, собирайтесь вместе, прикрывайте друг друга и держите кулаки. Инвазивный вид растений Вартакс-Калибра, состоящий из непроницаемого ядра, плюющего кислотой, и ряда сенсорных фил надулей. Вам нужно будет извлечь узлы, чтобы сделать смертельный зов уязвимым. Потом есть новый вариант вида инфектор. Баражный инфектор. Этот больше и крепче своего кузина-плювунчика. И выпускает опустошительный залп взрывного желчи. Цельтесь в мешок и остерегайтесь разбрызгивания. По поводу новых вызовов. Некоторые амбициозные шахтеры уже какое-то время просят увеличить сложность. И компания предоставила Hazard 5+. Теперь мы предлагаем опытным сотрудникам возможность разблокировать модификаторы уровня угрозы 5, позволяющие увеличивать агрессивность и выносливость врагов, количество. Их уязвимость к повреждениям. Зачем это кому-то может понадобиться? Чтобы страница стала да больше. Джейк, конечно, трус. Победа для вас. Если только Хаксли вас не съест. Теперь, чтобы еще больше мотивировать вас в вашей работе, мы представляем совершенно новый пропуск на 5-й сезон. С тоннами новой косметики и ресурсов для заработка этот новый пропуск предложений предлагает привычные 100 уровней наград. И декоративное дерево, полное других приятных вещиц, которые вы можете разблокировать. Как всегда, заряд Рива. Что касается сезонов, мы также добавляем возможность реактивировать и проходить любой существующий контент сезонов, когда вам захочется. А активация сезона дает вам доступ к полному пропуску производительности и декоративному дереву этого сезона, позволяя вам прямой доступ к любым пропущенным разблокировкам прошлого. Любые предметы из этих сезонов, которые вы уже разблокировали, будут выплачены в виде денежных призов на пас производительности. А если захотите, вы всегда можете полностью отключить сезонный контент, чтобы вернуться к оригинальному несезонному опыту DRT. Стоит также отметить, что награды прошлых сезонов убираются из косметического груза и потерянных упаковок. Инструменты у нас появились новинки, чтобы вас порадовать. Больше предвкушений! Теперь давайте поговорим об оружии. Мы расширяем ваш арсенал на 12 новых модификаций. По одной на каждое основное оружие. Если вам нравится шумно и неточно, вы оцените новые кассетные боеприпасы для пусковой установки «Ураган». Новый режим помповой перезарядки дробовика «Вартхог» или новую функцию защитного огня огнемета «Криспер».
Если вы предпочитаете поддержку команды и принятие решений, можете попробовать модуль очередного огня для винтовки GK2, сборку из гиперсплава для вольтаического пистолета-пулемета, ограничивающую рассеивание, с новыми дротиками, отмечен насмерть, у классической М1000. А сверх того, у вас есть множество вариантов посередине, чтобы угодить любому вкусу. Мы ожидаем, что это предоставит новые, захватывающие возможности для самообороны, пока вы усердно трудитесь. Говоря о напряженной работе, мы зафиксировали некоторые новые аномалии в пещерах, которые могут добавить изюминку в ваши рабочие задания. Кровавый сахар наполняет пещеры токсичным газом, который постоянно снижает ваше здоровье. Но, к счастью, он также заставляет всех насекомых выпускать красный сахар при смерти. Другими словами, убивай, чтобы выжить. Утка и прикрытие добавляют дополнительные порции врагов Хакси, стреляющих снарядами в пещеры. Уклоняйтесь, воевайте, уворачивайтесь и открывайте огонь в ответ. Вспышка эбонита, с другой стороны, заполняет пещеры только эбонит инфицированными глифидами, уязвимыми к урону от ближнего боя. Пора за дело. Секретная второстепенная цель делает именно то, что говорит. Вместо одной у вас будет две дополнительные второстепенные цели для еще более толстого чека. И, что связано, мы добавляем совершенно новые второстепенные элементы. Управлению нужна ваша помощь в искоренении инвазивных барбар-наклей. И разбивать случайные кладки яиц глифидов, прежде чем они превратятся в большую проблему. Есть еще много чего рассказать, но руководство просит ускориться. Так что быстрый раунд. В пятом сезоне вы также можете ожидать неограниченный счетчик акций, чтобы по-настоящему продемонстрировать ваш опыт в шахтах. Новые опции фильтрации и косметики помогут организовать ваш расширяющийся гардероб. А также некоторые новые варианты оттенков кожи, чтобы выглядеть настоящим собой. Три восхитительных новых танцевальных движения. Мы верим, что вы будете использовать их ответственно. Три новых уровня покраски оружия, которые можно получить, выполняя задания по уходу за оружием. 20 новых пещерных формаций добавляют новизну и разнообразие в каждое задание. И, конечно, как обычно, продолжается множество оптимизаций и исправлений ошибок. Мы даже добавили поддержку DLSS-3. Или рамки. И, наконец, ни один сезон не обходится без нового пакета дополнений в продаже. Этот дарует вам броню Ордена Глубин, уважаемой горной гильдии дворфов. Пришло ваше время представлять этот могучий гильдия, как это делали до вас поколения серобородых. Позвольте вашей кирке пронзить мощь приказов и завоевать глубины во имя камня и скалы. Это вроде бы все, что я хотел сказать. Мы усердно работали над этим, и я действительно доволен результатом. Добро пожаловать обратно, шахтеры. В сезон 5 бурим глубже. Это миссия «Контроль». Завершаем связь. Камень и скала. Все на борт трельватора! Это и сверло, и лифт одновременно. Теперь я понял.